Всем привет, друзья! Канал Мусалим. В работе у нас Infiniti QDX 50. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем переднюю, готовую уже обработанную арку. И максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный полимер с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металлом от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесом. Но пока ждем, мы клеим в подарок штатные подкрылки таким вот двухкомпонентным шумопоглотителем. Толщина его 4 мм. Черный у нас вибропласт. Серый у нас шумопоглотитель. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!